Всеволод Захаров третий год работает дворником в многоквартирном доме по улице Дзержинского, 22. Он признается, что работа тяжелая. И более того, в этом году весной выпало много снега. Дворника работы хватает, конечно. В прошлом году вообще меньше было снега-то. И так не убирали мы. Быстро убирали. Для уборки снега недостаточно только рук дворника. На помощь приезжает большая техника. Сначала погрузчик складирует снег в одном месте, затем загружает самосвал. Сейчас по всему Якутску проходят трехмесячные санитарные очистки. Все организации, управляющие компании и округа усиленно вывозят снег. На сегодня в Губинском округе задействовано 4 погрузчика и 8 самосвалов. Уборка территории производится в течение суток или даже больше, в зависимости от территории двора. Стоит отметить, что двор должен быть освобожден от машин для надлежащей уборки территории. Действительно, для беспрепятственной работы техники жильцы должны создавать все условия. Ведь из-за мешающих автотранспортных средств у сотрудников нет возможности убрать снег в полной мере. Своевременная уборка и вывоз снега решает не только эстетическую проблему, но и позволяет безопасно перемещаться пешеходам. На текущий момент силами управляющих компаний с придомовых территорий убрано и вывезено около 7 тысяч кубических метров снега. Мы уже почти выполнили плановые показатели, 93%. Процента сбора, это если фактически 16 тысяч кубометров снега. Всего по уборке снега в городском округе вывезено свыше 13 тысяч кубических метров. Привлечено 67 единиц техники. По графику завершения работ планируется до конца месяца. Светлана Умосова, Илья Сыромятников, Якутск.